Генуэзская крепость, девичья башня, не знаю, освещал ли кто-нибудь из блогеров это место, не освещал, но я решил заснять. Недалеко от Генуэзской крепости находится церковь лютеранской кирхи. Рядом с ней находится храм, как пишется, святой великомученицы Параскевы, православного прихода 12 апостолов. Так, на спуске от сокола. Настоятель храма протоиерей Андрей Нецветаев. Но дело в том, что это старая армянская часовня, потому что она и построена как армянская часовня. Если обойти вокруг, взглянуть на нее со стороны. Она, понимаю, она напоминает армянскую церковь, монастырь, крест есть сверху. Была она развалена, сейчас немножко, видно, отреставрировали. Сзади сделано аутентичный, видно, там внутри иконы. Вот такой есть приходик. И есть старое кладбище. Это лютеранская церковь. Сейчас я покажу, что это за здание такое интересное. Вот, читаем. Это здание Евангелической лютеранской кирхи 1887 и 30-20 годов. Расположено на территории бывшей немецкой колонии Судак-крепость. Основано в 1804-1805 годах переселенцами из Вюнтерберга. А наверху почему-то иероглифы. Не знаю, или это армянская рука сюда была приложена. Что там написано, не знаю. И вот на территории этой лютеранской церкви, надо же, 13 номер, находится кладбище. Я слышал, что тут похоронены какие-то консулы Судака и что-то такое. Сейчас почитаем. На фоне горы Сокол. Сейчас почитаю. Что там у нас интересное есть. Видно, что старые вытесанные из камня могилы. Екатерина Христиановна Стевин родила 16 августа 1841 года, скончалась 10 августа 1902 года. А вот здесь вот Стевин, да, а здесь Антон Христианович Стевин. Это получается брат и сестра. 12 декабря 1835 года, скончалась 23 марта 1820. 91 года. Старое лютеранское кладбище. Артист императорской Санкт-Петербургских театров Константин Аристодович Кандараки 26 сентября 1853 скончался 28 августа 1998 года. Здесь покоится прах Сергея Николаевича Батаку Зена, родился 1850, скончался 1894 год. Да, интересное место. И вот еще мраморные плиты выколоты.
Александра Михайловна Катакузина, родилась 1815 октябрь 1-го, скончалась 1864 марта 23-го. Со святыми упокой, Господи, душу усопшего раба твоего. Мало пожила совсем, 64-15, 40 лет. Ваченца Скопник Михаил Федорович, фамилию не вижу. Да, интересное место, старые памятники такие. Надо же. Ну вот, находится это возле Генуэзской крепости. Интересное место. Народу сегодня в Судаке, мама, не горюй. Сегодня еще турнир Генуэзский шлем. Там выходной день, воскресенье, много местных. Так что интересная сосна. Прямо видно, что ветка, видно, большая была над дорогой, спилена. И тут скрученная целая чаша, как навес. Юбка. Кохия. Надо же, ее можно, оказывается, подстригать. Ух ты. Ну все, всем пока. Нет, еще не пока. Как мне нравятся такие домики старенькие. Да, тут еще с вырезанными с доски наличниками. Прикольно. Российский Красный Крест. Почта Крыма. Все такое советское. Милая душе. Алыча. Ну вот теперь точно всем пока.